Ведущая Дарья Златопольская не похожа на других. Недаром ее называют королевой российского телевидения. Она не только привлекательная, стильная и умная. Даша – настоящая интеллектуалка. Она отлично разбирается в классической и современной литературе, свободно говорит на французском и английском языках. Таких телеведущих на отечественных каналах немного. Родилась она в интеллигентной столичной семье. Ее папа был ученым, заслуженным профессором МГУ, а мама – театроведом. Обучалась Даша в специальной школе с английским уклоном. Кроме того, посещала музыкальную школу и балетную студию. Но все эти увлечения Златопольская в шутку называет «перечень моих провалов», потому что особенных успехов она в них не достигла. Зато с огромным интересом и легкостью изучала иностранные языки и много читала. После поступила в МГУ на факультет журналистики, а в 2002-м стартовала ее карьера на телевидении. По сегодняшний день она работает на федеральном канале «Россия-1». Что касается личного, Даша выходила замуж 2 раза. С первым мужем, бизнесменом Леонидом Спиридоновым, она познакомилась на премьерном показе фильма «Английский пациент» и призналась, что влюбилась тогда с первого взгляда. Роман был долгим, предложение Леонид сделал только через 4 года, но очень трогательно – под Рождество в Италии. Даша сменила фамилию и на телевидении до 2014 года работала как Спиридонова. Однако через 10 лет супруги расстались по неизвестным причинам. Достаточно быстро она снова вышла замуж за гендиректора канала «Россия-1» Антона Златопольского. В этом браке Даша родила сына Льва, но в декрете долго не задержалась. В 2012 году на канале «Культура» она стала ведущей передачи «Белая студия», в которой беседуют со знаменитостями. А в 2015-м она основала и ведет конкурс юных дарований «Синяя птица», за что получила правительственную премию. Но такая загруженность не мешает Даше быть заботливой мамой и любящей женой. Пожелаем ей всего самого наилучшего. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!